на события после 20-го съезда КПСС, да, где Хрущев зачитал доклад о культе личности. Ну, то есть, когда вот это другое отношение к Сталину и его личности началось, да, ну, то есть, естественно, поэт, как передовой человек, он это, ну, тоже не мог не отреагировать, но, может, даже слишком там как-то. То есть, это все началось вот именно в этот момент. Потом говорят, что его, значит, преследовали органы госбезопасности, обком партии, там не давали, там и так далее. Но был еще такой момент, что как-то по заданию Союза писателей он выступил с докладом, где не очень лестно отозвался о некоторых башкирских поэтах. Ну, вы понимаете, нажил себе врагов, да, можно так простым языком сказать. Вот. И плюс еще нужно сказать такое, что он сам по себе был, знаете, такой человек, не совсем встраивающийся в систему. Ну, бывают же такие удобные люди, да, какие-то, вот они умеют там как-то себя правильно повести, там как-то вот. Он был не такой. То есть и его творчество тоже как-то выделялось на фоне остальных. А вы понимаете, когда человек такой неудобный, не такой, как все, ну, понятно, что не всем это нравится, да. Ну, плюс еще зависть, потому что все равно выходили книги интересные, какие-то такие вот, в общем, были вещи. Так, и еще вот тоже есть такой миф, что вот ему чинили препятствия, значит, ему не давали работать, ему жилье не давали. Вот это все тоже не совсем правда, ну вот объективности ради, да, потому что, что касается жилья, вначале они снимали с семьей, потом, ну когда была, ну так же, как все тогда, да, как многие, значит, и когда выпала, ну, возможность уже, ему дали комнату от Союза писателей, ну и так далее. То есть, в принципе, здесь таких сильных проблем не было. Потом, что касается то, что вот там на работе, там где-то, ну, пишут все-таки, вот справедливости ради, что человек был, не совсем любил, как это называется, вот рабочие графики, да, ну, нарушал, вот говорят, что вообще у него было очень много проблем с разными редакторами газет, ну, видимо, может, вовремя на работу не приходил, ну, в общем, такие вот вещи, ну, свойственные творческому человеку, вот, и в деревню тоже он по собственному желанию уехал, то есть никто его, в общем-то, не выгонял и так далее. Вот, ну, еще скажу, что всего у него опубликовано 13 книг. Ну, то есть, в принципе, это неплохое, я думаю, творческое наследие. Ну, а сейчас, с вашего позволения, я хотела бы просто поближе ознакомить уже конкретно с творчеством и зачитать несколько стихов Рами Гарипова. Вот первое стихотворение, это называется «Шалгыр», и написано «Тукай кайбре эргэгэнда уйлану», то есть на могиле Габдулла Тукая. Но я почему выбрала этот стих, мне кажется, он же и суть самого поэта отражает. Правда же, каждый же, наверное, когда пишет, он немножко и о себе говорит. Вот. Ну, если позволите, вот я на татарском, чтобы немножко там, чтобы ошибки не делать. Шигыр язды шагыр ошлы туклы, туендырды ильхам бокшасы, тик борышын түлерге де онын, житмеді шул топкан окшасы. Лекин шағыр башын иянысын, язды, сызды, күн-түн ішләді. Күз аллары аның тумаланса, тик иринін гіне тішнәді. Қансыз иді күйген иринләрі, хәлсіз иді кипкен қоллары. Хәйләсіз бір сабый сымақ оны, юатты тик язған юллары. Ол сизмейді қалды, юрек қонын, алтын итіп сыққан итлерні. Үзгеледі олар зур юрегін онын, хәм қабірге илтіп итерді. Құлы бұғалланған әсе кібік, халқығына қолды тілміріп. Халқығына жырын алып шықты, дүния шетліклерін жимеріп. Лекин білмей шағыр, кім сыңанын, шешкелерге бізей қабірін. Эй, кішілер, Узе исен шақта, білсегіші шағыр қадырын. Вот такое вот стихотворение. И, да, и я думаю, что вот он тоже как предчувствовал, да, что вот, может быть, ему тоже такого внимания не хватало, чтобы его ценили именно при жизни. Второе стихотворение называется «Куркемлик». Огаш курки, йофрах дилер, дырюс.
Мин килишем маңа, хеш сүзсіз. Тик кешенен күрке шүпрәк болса, бұ күркемлік ой-хай күңілсіз. Әшулай да қой біреулер сені киіміңе қорап күрелер. Киіміңе қорап қоршылайлар, сүйләшелер, оқыл бирелер. Мин қызғанам шынды әдемлеріне, мин сызланам шулар үшінді. Их бу киім деймін, нинди күркем, тик кешесі житмей ішімді. То есть все понимают, да? Об одежде, да? То есть то, что встречает по одежке, но иногда одежда бывает настолько красивая, но в ней нет человека. И вот еще одно очень пронзительное стихотворение. Вот, мне кажется, его вот стихи Рами Гарипова, они примечательны тем, что вот очень как-то на душу ложатся о таких простых вещах. Тышляр называется. Ну, я попытаюсь по-башкирски. Нися мәйел үткен, нися мәйел, отай үйден сығып киткенге. Күпмәке күк ғымыр ханап киткен, олыс яза хуғыш бүткенге. Тик әсәйім хаман түште көре, қойтып кірмәс біздің отайды. Қойтқан имеш, дейіп хейләй-хейләй, күтә-күтә әсәй қортайды. Бына бүгін дә ул сәйін яхап, түшін хейләй тағы, бір үк түш. Хоз әлікке түсі, кейімілі, өзгәрмеген имеш, шул келеш. Изге түстер, хис бір еурау яхап, табалмайхан хин бұл түштерге. Тик түш қысып тағы тұтынахан, отайдардан қолған іштерге. Ни сәмәйел инде, ни сәмәйел. Собыр, хоран, қойнар яш менен. Инде біз кірмәхәк ине шулай, хиген хатындардың түшіне. Еще одно стихотворение, да, сейчас если я его найду. Ну, вот мне оно показалось наиболее близким для нас, оторванных, наверное, немножечко вот от родины людей. Сейчас, одну секунду. Вот. Ну вот настолько близко, просто вот не могу не зачитать. Вот представьте, наверное, все такое ощущали. Кустанес называется. Олы байрам дұрым олыс ерді, ауылымдан олы кустанес. Хәм етмәхә әсәм үзі яғып, құш түліндей хатта үстәгіз. Остым кустанесті, негіне юқ, қоз, бауыр хақ, юрке болдары. Тик көгәрсен хүтін генә тапмай, бала өсін әсә қолдары. Бына бит ол, биелей дә қалған, еш бәрендің мамық елінен. Май түрілген район гәритінің һәр бір хәрефінә һөйінәм. Кескей генә ұшы бір құмтаға, хайған хымақ бүтә уралым. Ғуя шул мәл елдай орғамақта туған ерге етіп ураным. Әйдә, достар, ауыз итәйік біз. Менің әсей құйған қақтарды. Оның қолы еп алып келген, есін, дәмін туған яттарды. Прекрасный стихотворение. Спасибо большое. Ну а сейчас мы продолжаем наш праздничный вечер. И я приглашаю сюда наших почетных гостей. Это гости из редакции, главный редактор и сотрудник известного башкирского журнала «Башкортостан». Пожалуйста, прошу вас, это Гульнар Кукуев и Гульнара Хафидинова, да? Правильно я говорю? Пожалуйста, Гульнар, связывайтесь. Вот мы были сюда, без микрофона и не мучиться. Не мучиться, давайте. Біздің заманда китабы сықты, ұшынан біз біліп қалдық Рами Ғариповтың кім екенін. Хәм ұшыда көп ұшы кішілер ұқыған Рами Ғарипов гимназияғында бетінді біләғігіп. Хәм бізге неме өсін қадырлы ұшы Башқұрстан қызы деген
журналды, мен әлі баш мұхарері болам. Там Гүлнара мұнадың әдәбиет бөлігін дәшілей. Ошы журналды ойыштырусылардың біріхі Рами Ғарипов бұла. Қатын қыздар үсін, башқұрт қатын қыздар үсін журнал болырға тейш, өзіміздің журнал болырға тейш деп әйтті. Хәм мұна біздің журналдың ойыштырылуына 68-сі елда 50 ел бұла. Бидин да юбилей 18-ші жылда. Журнал бидин 5000 тираж менен сыга 5100. Бул әлеге вакытта байтак кына, чөнки билегиз бит инде матбуатка ихтибар кемей, кишилер интернетте отура, кино, телевизор карай һәм журнал укусылар бик кереге бара. Шулай да бит үзебездин укусыларыбызды тапканбыз. 5000 ул күнә шулай бит. Бер кеше алдыра, ул журналды бер унлаган кеше укый ул. Һәм ондан да күбрәк укыйдар, чөнки китапханаларда бер көнгә генә биреп торабыз дип әйткәндәре бар. Шуннан соң минең өсөн Рами Ғарипов нимәһе менән әһәмиятле дип әйтер идем, ул шул хәтлем бидең телебезнең кадерен белеп язган шулай бит. Әле менә шигырь укып киттеләр бит инде. Һәм оның шул хәтлем һүз байлыгы мине хокландыра. Укып беткәс тә мин эшләргә бардым Башкортстан китап нәшриятенә һәм оның көндәлектәрен эшләргә тура килде миңа. Мин ошо көндәлектәренең мөхәррире булдым һәм кызык хәлләрдә шуна диапай менән эшләнегендә хатыны килгәйне. Һәм ошо көндәлеге аша оның нихәтлем бөек кеше булуын мин аңланым һәм үземде нисектер уга якын бер кеше һәм итеп тоям. Ул үлгән булһа ла нисектер нык якын кешем һымак инде ул миңа. Һәм беренсе курста БГУ укыганда мин Башкорт дәүләт университетында укыным. Бедде оның каберенә алып бардылар. Һәм елда-елда студенттар оның каберенә сәскәләр барып калалар. Шул хәтлем ул бедең һәр башкорт өсөн ул нык кадерле кеше. Һәм ошолай итеп бедең йыйылышып утыру, бедең килүебез мөгаен ул осраклы түгелдер. Оның рухы һәйнеп торалар дип уйлайм. Һәм бик матур итеп һөйләп киттегез. Һәм кеше шагыйр йөрәге ул юктан гына тузмай бит инде. Ул шундай бер хидгер бер барометр. Оның һәр әйтәләр бит инде оголенный нерв дип. Һәр нәмәгә ул реагирует, һәр нәмәгә ул якынга